Этот дикий запад по-прежнему дикий. Тут надо быть настороже, ведь даже симпатичная официантка в колорадском кафе может оказаться опаснее, чем кажется. Это мой 9-миллиметровый с нитой весом. А у меня Springfield SD, тоже 9-го калибра. Вот она, хозяйка заведения, придумавшая простую и гениальную формулу бизнеса. Бог, оружие и хорошая еда. Заведение Shooters Grill открылось 2 года назад, но снабдить своих сотрудников огнестрельным оружием владелица решилась после инцидента, когда мужчина погиб в драке. А посетители не только не против, они только за. Я думаю, что это самое безопасное место. Мне здесь совсем не страшно. Мы зашли сюда, потому что проголодались в пути, и один из местных ребят посоветовал нам знаменитое место, славящееся красивыми девушками, вооруженными пистолетами. Контроль над оружием – один из самых болезненных вопросов для американского общества. Колорадо – один из 30 штатов, где носить оружие можно открыто и даже без специальной лицензии.